hurt, I'm not done. Подбил. Лесная такая карта хорошая. У, блядь, еще один. Вообще нет точки обновления никакой. Только X. Только надо подбить. Все, готов. А, все уж готов. Так. Что у нас тут творится? Что за безобразие? Фрагов-то тут мало на этой карте. Ширные пространства, фрагов мало. Обстреливают. Где ты? Банды НСК. У, блядь, опять. Хватит ты колотить, заебал. Четвертый БТР. Третий сет. Ну где ты? Полывает огоньком. Так. 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 Как это один чувак, типа, огниво это говно. А, типа, надо эту... Как там ее? Это края очень плохо видны. Надо баллон лучше с газом. Ну да, баллон-то, конечно, проще, но огнивом зато играться можно. Искорки выбивать. Еще огниво чем хорошо, что оно. Когда ничего вообще нет. Можно разводить. Высечь искры и развести. Спички могут отмокнуть, зажигалка сломаться. А огниво-то что, оно как лежит, так и лежит в кармане. Всегда может выручить. Блять, там БТР. Ну где ты, козлина? А вот что нашел. Yes. Хера узнает, карта огромная, БТР везде ездит. Да блять. Как вот ты его теперь подобьешь, там хуй знает, куда надо бежать.
Так, огонек. Тонны БТРов, слушай, тонны. О, пизда. Ебучие БТРы. Как один чувак. Чё, блядь, это за говно, а не карта, блядь. Ну так-то бегать тут вообще весело, честно говоря, по этому лету. Похоже, с самого начала играется. Вон, подожди. Нахуй не вижу, уже проскочила, а вот та вот там. Все, готов. Хватит, урод. Так, все. Вообще, я вот. И что тут видно, граница-то хер увидишь. Ничего не понимаю, где граница. Ни хера не видно. По шакалам долбаным. Так. Какая-то изба. Не знаю, есть там кто, нет. Сейчас позырим. Так он там козлы. Все, сразу положил. Давай проверим избу. Там какого гада не было. Да и заруфим ее заодно. Нет, вроде все чисто. Так, и куда я пришел? Блять, эти границы-то хуево видны, ни хера не видно. Точнее, прямо скажем. Так. Ну, с руфа тут особо ничего не видно. Да. Ух, все, пизда. Руфы, диги и сталки. Фаны руфов, дигов и сталков. Готов. Фаны стука колес, могут быть такие фаны стука колес. Я не сомневаюсь. Фаны дигов, руков и сталков. Блять, их там дохуя. Блять, чё пизда.
блядь, убил. Подбежал и всё туда. Ну рано ты радуешься, однако. Фана и дигов. Я люблю диги. Я люблю диги. Там горит. Стал ким по заброшкам. Так, ну че тут как бы видно-то, конечно, все хреново. Хреновато. Попытаемся туда дальше продвинуться. Видишь, без доктора-то, конечно, не особо кайфово. Так скажем. Двигайся в том направлении. О! Что это такое? Круто! И как типа пчелы? Рой пчел, что ли, где-то? Так. Так. О, блять, в башку ты, сука. Плохо, что однообразие, конечно. Я сюда... Блядь, их там дохуя, ведь патрулей наракует. О, все нашел. Да, блядь. Положили, положили, положили. Да ебать ты, урод. Я не понимаю, откуда бьют. Командир центра. Блять, расстреливают в нескольких направлений. Полагать. Хера их не видно. Козел. Какой день ясный. Надо обновляться, что мы в таком виде пишем. Ебать в рот их там дохуя. Так, ну-ка. Вся местность, видишь, кишит. Диги, руфы и сталки. Вон там козел идет.
блядь. Практически со всех сторон расстреливают. Блядь, бежит с той стороны. Ну давай-ка, 220 уже очков. Плохо, что у этой карты действительно нету ярко выраженного конца. По таймеру просто надо. Ну не, нет, тут не по таймеру, тут надо какое-то количество врагов уничтожить, наверное. Сколько, неизвестно. Патрулировать район, вот все, единственное задание. Защитите мирных жителей. Все. Козел. Только обстреливают. Операция огниво. О, вот, вот, вот. Вот его башка. Все сразу вдох. Операция огниво. Что-то, блядь. Заискрил, как говорится, блядь. Очень сложно, сложно обнаруживать. Но приходится потихоньку. Что делать там? Сейчас к этим домам выдвигаемся. Тут по-разному, вот на открытом месте проще увидеть. Ну-ка давай-ка посмотрим повнимательнее. Не дай бог, кто-то спрятался. Видишь, о чем и речь? Блять! Видишь, еще один. Да, все, добил. Так, добил. О, блять, бетер, бетер, бетер. Не один. Блять, подбило. Пятый и шестой БТР. Он подбит. Сейчас надо добить второй. Сейчас уже уехал. Хочу догнать его. Сука. Шесть уже БТРов ликвидировали. Многовато. Пока что-то к краю не удается нигде добежать. Квакает. Птичка трещит. Солнечный день в лесу. Как красиво, птичка трещит. Ебать, опять БТР вылез. Да они просто заебли. Ну, седьмой БТР едет.
блять, козел. Все, убила. Давай попробуй с этой стороны пробивать. Блять, какой-то козел пищит. Эй, не один, походу. Вдвоем бежали. Так, ну ладно, все. Ну, блять, ты сука. Серьезно, накрыл уже. Тут огромное расстояние, не знаю сколько, ну, в километрах. Очень приличные размеры. Ладно, что тут еще патрули ходят? Пизда ты, блядь, скотина. Сука, берут в окружение уже. Того уложил. Там козел бьет. Блять, сука, все пизда. Долбаные, видишь, патрули ходят, мотают на ус, как говорится. А, обязательно до края карты, где хоть где-то добежать. Тут такая задача, а потом уже по краю идти. Стреляли. Вот кажется, край карты вот здесь. Заруфить валун, что ли? Так. Так, ну тут... как никого. Ну давай проверь наверху. Ну нет, тут все чисто. Ну тоже как вроде никого нет. Повнимательнее. Валуны легко руфятся. Так, ну и чё, где мы находимся? Ну, наверное, на краю карты, похоже. Ну, двинь туда.
Вроде как стало чуть поменьше в этом, по крайней мере, районе. Там он край карты, наверное. Сейчас осмотрим эту избу. Вон там стоит. Я уничтожил. Так, а где вот здесь-то? Откуда обстреливали? А вот, нашел. Блять, не попасть в него. Тут же пакеты. Все готов. Да вот тебе и а. Ну-ка давай-ка посмотрим повнимательней. Нет, тут все чисто. Ой, блядь. Так, ну-ка. Так, тут совсем такая ровная местность. Вот, зараза. Так, так, так. Он там несется. Так, окей. Он там, о, ух-ху-ху-ху-ху-ху. Еще хрен один стоит, ну-ка. Бегать, посмотреть туда. Ой, видишь, стоит. Так. Ой, еще один. Тут хорошо очистились, большого расстояния. Там вон он стоит у луна, на далеке. Пока не получилось его снять. Нет, все нормально. А там все, край карты. Край запредельный, как говорится. Край, ведущий в рай. Так, ну короче говоря. Сейчас проверим. Ух ты, гад! Видишь, там был козел. Сразу могли бы и грохнуть. О! И стоит. Все, готово, готово. Готово. Ну вот, теперь можно опять заруфить, посмотреть. Плохо, что вид-то, конечно. Особо тут и не увидишь ничего. Так. Ну, вперед тогда в том направлении будем двигаться. До самого края. Побежали. Побежали. Пока что-то никто не приходит. Блин, сука-то, конечно, наверное, придет. Скорее всего. Так. Тут кто-то явно находится. Ну давай аккуратно сейчас валуны проверяй. Ну тоже как рожи троллей. Считай. Так, короче, давай аккуратненько проверяй. Видишь?
Тут бы у тебя кирдык был. Рвани ты туда сразу. И давай, ну так, так, так. Так, сейчас аккуратненько. Готов. Ни хера не понять. Да край карты. Это край карты. Есть там кто, нет. Ну, давай, двигай. А вот стоит, да. Готов. Сейчас аккуратненько здесь проведем зачистку. Жалко, что и подлечиться-то невозможно, аптечки не лечат. Окей. Так, давай сюда обязательно сбегаем, тут может тоже кто-нибудь стоит. Видишь, пизда какая. Был бы убит сразу. Ну, кинь гранату. Наверное, там никого уже нет, скорее всего. А, чисто. Так, в общем, дошли до вот этого. Это какой юго-западный сектор. Теперь нам можно бежать на юго-восточный, что ли. Похоже. Так и по краю, наверное, и побежим теперь. Да, тут все чисто. Так что дуем на ост. Направление остом. Никого что-то, блин, нету. Вот что. О! Там слушай, 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 вон стоит. Все, готов. Вертуха, блядь, еще поднята. Того хрена с огромного расстояния уничтожили. Так, короче говоря. Надо аккуратненько. В это время, видишь, в восточной части тут все местность сильно такая пересеченная. Ух ты, блядь! Очень опасно. Опасная подача шайбы, как говорится. Могут долбануть. Ох! Ох. Так, вот тут хорошо. Полосо, полосо. Так, ну-ка. Сначала не очень было красиво, но тут вроде бы как... Сейчас уже большие такие участки, в принципе, прошел. Там, блядь, БТР опять есть. И не один. Прятаться надо. Так, тут все вроде бы. Так, ну нормально. Вот я не знаю, там еще что-то будет, но... наверное. Так, 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 тоже возьми аптеку. То есть, ну, не аптеку, боеприпас. Могли бы козлы сделать личинки. Это было бы хорошо. Но не судьба. Ну, ладно. Двигайся потихоньку вперед. О, видишь, как далеко край-то карты, в принципе. У, блядь, охуеть, я только сейчас в середину дошел. Ну и сколько квадратов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Получается в ширину. А в высоту там, наверное, еще может быть больше. Да. Ну точно, тоже так же может быть. 6 на 6, короче. 12 квадратов, охуеть. Я не знаю, сколько квадрат километров, но это приличное расстояние. Техники никакой нет. На машине-то, конечно, будет.
4.45 очков. Он там стоит хрен. Ох. Прямой наводкой его. Ну а бежать в тот сектор. Пока все во всех углах не побывал, ничего не сделать все равно. Он нам стоит хрен. У, блядь, заложила. Все, пизда. Ну давай тогда туда и побежим сейчас. Продолжим. Бежать-то хуй знает сколько. Неудачно положил, даже не смог до угла дойти. Пока я смог вывать только в юго-западном углу. Теперь надо в юго-восточный бежать. Хрен стоит. Готов. Он идет, идет. Давай-ка. Все, сразу его накрыли. Блять, ебатый БТР. Так. Очень большого овца я накрыл. Так, окей. Ты сука, то вон их там дохуя. То надо идти на перехват тогда, значит. Еще хрен выскочил. Блять, уходят. Один ушел. Ух ты, пизда. Еб твою мать, опять патруль. Ох, ухуй. Сука, блять. Подожди секунду. Так. Сука, он даже границы карты мог бы хоть крестиками какими-нибудь пометить. Нихера ж не понять. Но эти вот аптечки с трудом, блядь, смотри, расстреливают. Выскакивает как-то внезапно. Не вижу, где он. О, нашел, нашел. Бей, бей, бей. Все, готов. Он там идет. Блять, он уже ушел за валун. Сейчас надо его перехватить будет. Сука, еще одна. Да и не одна, а даже две. Там охеренные патрули. Так, ну чё, нормально? Нормал. Так. Ну, короче, надо двигаться потихоньку.
чтобы туда вот дальше проникнуть. Вот. Что-то пока никого нету, вообще никакого движения нету. Вон там идет козел, ну-ка давай-ка. Ну все, готов. Вроде готов. Вроде я не готов. Ну кого? Стоит кто-то. На фоне камня его хер увидишь, но он выдал себя с пушками. Ну, смотри, идет козел. Готов. Он хрен здесь стоит. Ну-ка, ты посмотри-ка, ты не попасть. Надо кинуть туда гранату, наверное. Так, ну-ка. Так, вон, смотри, козёл. Так, не знаю, убил никого. Не убил. Сейчас аккуратно посмотрим. Чисто вроде бы. Наверное, за валуном тоже должно быть чисто. Мы сейчас посмотрим. Ну да, вроде нормально. Так, заруфить вроде бы можно с этой стороны. Так, о, хорошо, заруфили. Блять, обстреливают. Надо скачать, а то расстреляет. Все, готов. Ну что, это край карты, наверное, восточный. Там же вроде бы больше все уже, ничего нету. Значит, надо на север бежать. А там он нет, ничего. Сейчас посмотрим, туда смотаемся. Ну там-то точно уже ничего нет, граница. В общем, достигли юго-восточного угла, сейчас по восточной границе надо бежать. Счетчик не поставил, мог бы счетчик сделать. Сколько их всего надо убить, тогда можно было хоть ориентироваться, а так, видишь, ничего вообще не понятно. Ну, смысл понятен, во всех углах надо побывать в любом случае. Где домики есть. Вот где домики есть, там надо везде побывать. Вроде чисто. Вертолеты, БТР не обязательно уничтожать. Там ты к каким-то домикам вроде приближаешься. Ух ты, блять, опять! Сука ты, ёбаный. Так, почистить что ли это? Из риска, что, как сказать.
писать. Так. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что тут находится. Так, ничего интересного вроде тут нету. Горит этот костер. Ух ты, блядь! Я не вижу... Ух, всё, пизда! Прямо за ветками. Давай-ка сейчас на север мотаться. Не на юг, а именно на север. На север и пробежимся. Блять, обстреливает сразу. Вот он. Блять. Там еще один хрен, кстати, стоял. Так, ну Паш, бежали. А он где-то чувак какой-то за деревом находился. Теперь его не видно даже, где он там был. Так. Трещоточка не одна трещит. Трещит. Он там хрен вдали не находится. Все, положил его. Он тут явно обитаемое место. Все, готов. Да. Явно обитаемое. Давай-ка аккуратно. Все, готово. Он там стоит, видишь, хрен, да? Ну, готов, готов. Вроде как ликвидировали. О! Северная часть пока хреново зачищена. Объективно говоря. Козёл ты, сука, стоял. О, еще один стоит. Да. Северная часть практически не зачищена. Так. Ну давай к тем домикам пробежимся. Хотя нет, наверное, не туда надо. Прибежи. Вот туда давай, держи в том направлении. Путь примерно в северно-западный сектор двигни. Беттеры.
блядь. Отвалите отсюда. Кого-то подстрелил. Блядь, сейчас завалят. Так, готов. Там, блядь, БТР еще, понять. Слушай, они с большого высоты, видишь, расстреливают по башке. Давай сейчас подальше их обойдем. Полагать, этот козел меня подранил. Так. Да. Козлы вон с того направления. С предела карты. Может, тут все и зачищено. Блять, эти БТРы тоннами там ездят. Так. Ну и чё, куда мы дошли? Хелен его знает, предела-то нет. Ну пробежись туда, вот, в том направлении. На восток. Теперь в северо-восточный давай попробуем угол прорваться. Это граница карты. Ты сука! Все, пизда! Вертолет еще. Да, на норт надо двигаться теперь. Ну, двигайся в том направлении, короче. Ну, там хрен встал. Все, готов. Упрись в пределы карты и поверни на восток. Ух ты, блядь, БТР. Вообще пизда. Вообще ничего не делать. БТРов тьма. Подбить что ли его, бегать? Девяносто да блять, сука.
все готов. Куда эти вонючки стреляют, непонятно. Ух ты, сука. Да не у, блять, убивает. Тщательнее попалить. Он там долбает. Давай, заберись на буерак, а ты подведи мне там внимательно. Там еще стоит. Готово, готово. Так, во-во-во. Ну-ка, подожди, 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 вон там идет. Так. Давай, довольно-таки точно обстреливает. Вон там козел бежит. Так, вроде бы все. От камня стреляли. Тут, короче говоря, их... Во, это надо открыть. Еще не попасть. Блять, ты сука. Так давай-ка повнимательней. Вон он там оттуда. Да и не один, кстати, их двое. Так. Вроде удалось от них избавиться. Так. Никто не заходит. А в том направлении сходить до края карты. Так опасно могут пить. Так чисто. Проверим сюда. Чисто, чисто, чисто. Нет, все нормально. Так, ну давай туда тогда смотаемся. Не знаю, есть там что еще. Это должно быть, поэтому давай туда мотай. Тут уголок. Уютный уголок, как говорится.
А, нет, тут чисто. Блять, на этой карте нихера не поймешь. Чё там такое, блять? Ну тут надо еще, наверное, севернее пробежать будет. Тут, похоже, никого нет. А вон идет хрен. Так. Все сразу наповал его. Так, можно сдохнуть. Да, опасно. Тут никого нет. Давай-ка севернее. Блять, откуда обстрелял? Вот нашел его. Все, кирдык ему. Вон там еще хрен стоит. Дисплейдер вон зашел. Конечно. Дело пойдет повеселее. Ты, блядь, упор. Ну все, там конец, там дальше-то делать ничего. Давай. Там вертушки уже летают. Да нечем сбивать. Да и это не нужно. Ну, летают там вертолеты. На северной и южной границе вертолет летает. Он лишь полетел. Ну, если туда не соваться, вроде как они не опасны. Блять, БТР. Спрятаться. Иначе грохнут. Дисплейдер на юг потопал, а там все уже ликвидировано. Смотри, странно, что у него крутится переднее только колесо, а все остальные, смотри, они неподвижны. Он крутится только переднее колесо. Недоработка текстуры. Блять, еще один. Кстати, блять, их там дохуя, охуеть. Их там тонны вообще едет. У, блядь, их там колонна. Я не знаю, сколько вообще. Штук 6, наверное. Так нечем подбивать-то, ёбаный в рот. Сука, блядь, нечем подбить. Приходится стоять, ждать. Вон там хрен стоит, кстати, давай-ка его. Все, готов. Очень хорошо. Так, ну все, можно бежать. Вот давай, дуй туда. Вон эти дома уже появились. Вот давай, в тот угол. Северо-восточный угол. Потому что, наверное, скоро должна закончиться карта. Подожди. Вот все, он уже побежал к тебе. Готов. Готов. Так, а теперь давай посмотрим. Вот тестоклес зашел. Я давно не заходил такой чувак. Тестоклес. Ну, все-таки зашел. Так, он хрен идет, прогуливает. Все, готов. Ой-ой-ой. Опасно. Все, грохнул его. Ну, собственно, вот тебе северо-восточный угол. Северо-восточный угол в полной красе.
где ж конец этой карты долбатой? Где ж ее конец-то? Так, смеху ради. Кидаем шашек. Надымил. Мистический дом. Блять, там БТР. Я не вижу, где он там. Надо его отсюда не уничтожить, блядь, слишком далеко. Дисплейдера он там убил. Ну я во всех углах, не знаю, побывал. Что тут еще делать, блядь, не понять. Вдоль границы только если пробежаться. Да по центру может еще пробежаться. Если сквозь как-нибудь. Как бы не закончилось что-то. Так что тут немного скучновато выходит. Вот смотри, козел. Отлично. Так, тут надо смотреть, уж они волнов. Любители спрятаться. Надо быть аккуратным. Тестоклеса убил опять. Блять, ты сука. Всё, ух ты, пизда. А давай на восток. Вот куда-нибудь, давай туда, на северо-восток. Что они сделают? Тут быстрее бы докончить, никак не пока не получается закончить. Что они сделают, им ничего не сделают. О, снайперка. Работает. Интересно, где находится хрен, который меня уничтожил? Сразу не узнаешь. Стараются вместе держаться. А что долго? Вместе наоборот, это ерундовая тактика. И тогда надо доктору. Ты, блядь! Ну, доигрался. Короче, опять давай в том направлении. Раз так. Вон он там находится. Все готово. Dispire heaven sin and rebels jet. А тут по таймеру какому-то надо уничтожать. БТР не нужно. Именно надо вот по таймеру. В 7:25 утра, наверное. Чё, херенный день уже. Вон там козёл. Даже он и меня и убил в тот раз. Вот он, луна там и был.
Сейчас завернем, наверное, пойдем по краю карты. Так, да, можно, наверное, заворачивать его. Так, а вот на тот буерак я начал. Сука, не заканчивается карта. Вот что плохо. Готов. Он там стоит, хрен. Я уж сразу вижу его. Все, готов. И вон еще один. Восточная граница Кирова расчищена была. Ну, сейчас двигаемся дальше. Местность такая тут. Хорошо просматриваемая, ровная. Лес довольно-таки редко. Ты, блядь, ты, сука. Сволочь, видишь, что камнями-то херовую увидишь. Так. Ну, вроде чисто. Так, как летим в кого-то место. Роман-центр. Нихрена не понимаю, где конец. Концом что-то не пахнет. Концом-то чего-то и не пахнет. Я не понимаю, что дальше делать. Почему-то не наступает пока конец. Надо бежать. Пока никакой активности нигде нету. Так что нифига не понять. Вместе как присосались при 750 очков. Какие-то пальба-то вон какая-то слышна. Вообще пока что-то никого не видно. Тут все уже зачищено получается. Что
там знает, никого не видно. Ну-ка, ну-ка, посмотрим туда. Деревья издалека могут за форму быть приняты камуфляжные. Полосатые там, как барбусы. Вроде ничего там не видно. Че, ничего, нифига не понять, что делать. Там сидят. Да, неправильная тактика. Чё они таят, надо, блядь, рассыпаться. Во все стороны, да, блядь, быстро прочесать. Они сидят, как будто там их сотни, блядь, зомбаков атакуют. О, как призрак какой-то, блядь. В виде Назгула, так. Ого, побежал, побежал. Ни хера не понять, что дальше делать. Неужели будет не доделать? Потрачено зазря время. Сейчас посмотрим еще немного. Ну и пусть все, наверное, уже зачищено. Карта, конечно, не особо-то динамичная. Хера не понять, что тут делать. Проверим этот домик. О, там кто-то есть. Может, кто-то тут на западной границе еще оставаться в живых. Вот там, блядь. Так, кто-то еще был в живых. Давай этот домик тогда посмотрим. Тут охуенная яркость, конечно. О, козел идет. Все, это конец. Все, конец, слышь, по таймеру. Я не знаю, что там, что-то как включилось, а что-то почему-то и нет ничего. Так, чисто. Все равно карта пока не закончилась.
давай пробежимся вдоль западной границы. Ого, побежали, побежали всем. Там я видел, как хрен ушел. Вот могли бы пидоры вылечить. Не догадались. Куда тот хрен ушел, я не понимаю. Быстро все исчезает. Ладюзра! О, какой сидит. Да. Пристреливает местность. А избы-то поди зачищены. Ну это упустил какого-то хрена, который ушел в лес. В избах-то, наверное, ничего нет. Какой бежит. Аффирматив. Так, ну молодец. Догадался выключить. Как эту хуйню завершить, непонятно. Ну, раз завершим бы все-таки. Ну. Они бегут. Вот минимум один хрен ушел в лес. Это к этой избушке посмотреть. Что там деется? Copy that. Все готово. Так, итак, Джон набирает 871 очко, 162 фрага. Тестоклес 15.
15.2. Дисплейдер 6.1. Да, впечатляющая вещь.